В Сургуте рядом с администрацией города прошла серия одиночных пикетов. Люди требуют прекратить посыпать дороги реагентом «Геодор». Он изготавливается из отходов химпроизводства, пары которых вредны для здоровья и вызывают коррозию автомобилей, уверены активисты. Это первая подобная акция. Массовый пикет в администрации не санкционировали. Митингующие уже подали заявление в прокуратуру и ждут результатов экспертизы. Власти, в свою очередь, не отрицают использование реагента. В небольших количествах его закупили в конце прошлого года и использовали на центральных улицах города. Результатом остались довольны не только чиновники, но и стражи правопорядка, которые фиксировали меньше ДТП на дорогах. Геодор представляет собой до 70% также поваренной соли и около 30% или 25% хлористого натрия. Это та же соль. Сертификат по производству и непосредственно по тому, что она не наносит вреда природе, в общем-то он есть, он нам представлен, он существует и зафиксирован.